Магазин Эдви на связи. Дерзко, привлекательно, харизматично убаюкивающий велосипед фирмы Prego. Я его назвал Ламба. Почему? Потому что у него шикарнейшая панелька в виде спортивного автомобиля. Детям это очень нравится, потому что здесь есть кнопочки. Ребенок нажимает кнопки, чтобы надо батарейку поставить, и музыка играет. И это очень детям нравится. Сидушка очень мягкая, наклон спинки регулируется, можно сделать ниже либо выше. Сиденье также поворачивается на 360 градусов, вы его можете повернуть лицом к маме, либо папе. Это очень удобно и классно. Удобная ручка с мягкими поручнями, плюс есть подстаканник, сюда можно поставить бутылочку с водой. Сзади есть багажник, сюда можно положить игрушки. Очень удобно, можно поставить ножки для ребенка. Сзади есть тормоз, нажимаете, и велосипед никуда не едет. Плюс у данного велосипеда есть подножки спереди, сюда может ребенок поставить ноги. И еще одна очень приятная опция, то есть велосипед, видите, ребенок может ехать. И можно сделать следующее, можно вот так отключить руль. Не руль, а педали. И ребенок может скрутить педали и никуда не ехать. Это очень прикольная функция. Не на всех велосипедах она есть. А здесь она есть. Магазин Эдви, приезжайте за этим красавцем. Он того стоит.